Сегодня в ролике у нас новая рубрика «Удали или сохрани скинчик в Stand Off 2». Суть в том, что я буду заходить на рынок, выбирать случайные скинчики и потом прокручивать колесо, которое будет говорить мне «удалить или сохранить». Скинчик. Я вовсе не ожидал, что за сегодняшний ролик я потрачу столько много голды. Но видосик получился очень интересным, и я уверен, что он вам понравится. Поэтому запасайтесь чем-нибудь вкусненьким, усаживайтесь поудобнее. Приятного просмотра, приятного аппетита. И, ребята, скоро будет очень топовая прокачка. Поэтому, если вы еще не подписаны по какой-то причине, подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube канал. Потому что очень и очень много зрителей смотрят видосы без подписки. Прошу вас подписаться, просто если вы постоянно смотрите ролики. Спасибо огромное, и погнали видеоролик разоряться! Let's go! Итак, ребятки, у нас новая рубрика сегодня. Я покупаю скинчики и сохраняю их, либо удаляю. Я надеюсь, что сегодня я не потрачу свою голду. У меня на балансе, ребята, сегодня, как вы можете видеть, 68 тысяч голды. Я надеюсь, мы их сегодня с Ерланом сохраним. Кстати, ребята, посмотрите на Ерланчика. Нет, мы все потратим. У него теперь все хорошо. Итак, смотрите, у нас есть такое колесо. И оно будет определять случайным образом, что нам делать со скином. Сохранять или удалять. О, Ерланчик. Вот, есть сейчас какой-то скинчик. Ты мне зуб удалил. Расскажи вообще, как, что с тобой произошло? Ну, ребят, еще как бы взял меня. Данечек на пампе взял просто меня, ну... Чук-чук, да. Данечка просто жесткий. Данечка на пампе, ребят, ну... Ребят, я просто лайк на видео не поставил, Дани, на один ролик и лайк не поставил. Надо ставить лайк. Ребят, это так будет со всеми, кто что-то продигл, говорит. Ай-яй-яй. Так, ладно, в общем, ребят, мы будем сейчас по порядку идти по скинчикам. Начнем, наверное, с глока и... Назови какое-то случайное число. И этот глочочек мы с тобой... И проверим, удалить там его или сохранить. Почему ты не начал с дигла? Это справедливый вопрос, это справедливый вопрос. Я думаю, мы начнем с дигла, ребят. Но топчик, дорогие друзья. Но мы пройдем прям вообще по каждым скинам. Вот. Даже, ребятки, по ножам, по перчаточкам, по всему сегодня пройдем. И я, походу, возможно, сегодня разорюсь. Так, начнем с дигла, потому что дигл топчик. Давай три. Пловку подотри! Ладно. О, дигл винатор, ребята, это уже у нас арканочка сразу. И теперь, удалить. Получается, мы запускаем кольцо карты фортуны. Главное, чтобы было не удалить. Главное, чтобы не удалить. Я офигею, сейчас на первом скине будет удалить, пожалуйста. Только не удалить, только не удалить, только не удалить. Ай-яй-яй! Докатись, да сохранить, сохранить, пожалуйста. Удалить сходу. С первого скинчика аркану. Это получается, мы сейчас покупаем. Ерланчик, надеюсь, ты не будешь там ловить мои скинчики. Заходить. Да я не успею, у меня руки болят. ГГ. Кому? Хоть подписчику хоть? Да нечки не вешать. Шелди! Слушай, походу Шелди слил. Ай-яй-яй. Где скины сливаешь? 0-3. Ай-яй-яй, да, походу да. Ладно, давай теперь будем идти по порядочку. Получается, идем с глока. Глок. Эй, я же фильтр выбрал. Глок первый, прикольный. Глок красивый. Офигенный глок. Так, тут самое дорогое, что вообще есть, это G22 Frozen, G22 Relic. Кстати, ребят, если этот скинчик у меня уже есть, допустим, вот G22 Frozen у меня уже есть, то я его не буду покупать, просто буду запускать колесо фортуны. То есть есть такое везение. Если удалить, то он сливает, да. Или просто сохраняю, в общем-то, да. Ладно, Ерланчик, давай теперь я буду выбирать число. Я, наверное, выберу число 3. Число 3. Опять? Мэнчик, снова число 3. И это... Бабушкин ковер. Давай еще раз. Чего еще раз? Ладно, давай еще раз. Попробуем. Ладно, давай тогда ты теперь число назову. Просто я называю только дешевые скины, ты знаешь. Один. Окей, число 1 и... Ой, 22 монстр за 320 голды. Он, к счастью, у меня уже есть у Данечка инвестора. А сейчас не будет. Ну, два раза подряд не может же такого произойти, что я солью. Удалить его сверху. Удалить сверху. Это с прошлого. Ну, два раза, ребят, не может быть удалить. Сохранить. Докатись. Насик, G22, мы сохраняем, отлично. Кстати, ребят, я на самом деле, кто не знал, этот керамид голд словил за 72 голды, и я вот думаю, может быть, снять отдельный ролик об этом, потому что там очень интересная история, и если вам интересно вообще про это узнать, то напишите в комментариях, возможно, сниму, просто я не знаю, это вам интересно или нет. Так, и ладно, погнали к следующему скину, это у нас Юспик. Итак, ребята, дальше у нас идет Юспик, у нас их на рынке всего...
тут есть Юсп Генезис. А, тут может быть Юсп Генезис. Короче, очень надеюсь, что сейчас... А у тебя есть он? Да, у меня есть Юсп Генезис, у меня есть... А что еще у меня есть дорогого? Есть Юстон Колда нету. А наклейки такие? Ну такие вот. Такие. Ладно, Ерланчик, называй число. Так, сейчас я посмотрю, где Юсп Генезис находится на рынке. Эй, что за шаманские тактики ты применяешь? Давай число 9. Юсп Генезис! Ты что там наделал? Так. Ну я был под девяткой. Поэтому... Хорошо, что я не могу его продать. 109 мы скипаем. Больше я это число тебя ненавижу. Так, окей, колесо фортуны. Спасти или удалить Юсп Генезис? Так, давай, получается, выбираем его. 003. 003. А ты готов? Окей. Реально его слить? Ну, походу, ты, надеюсь, его ловить не будешь? Очень, сохрани, ну, пожалуйста, знаешь, сохрани. Ну, удалить будет интересно, по крайней Перекатись! Найс! Сюда я сохраняю Юсп Генезис, капец, ребята, это только второй скин уже Юсп Генезис! А нет, это третий. О, Ера, это как-то... Ты просто хотел совить монетку. Ну, конечно. Так, ладно, P350. Ну, в принципе, тут самый дорогой скин, это Redation. Я надеюсь, он не выпадет. Поэтому, Ерланчик, давай теперь я буду называть число. Давай это будет, ну, число, допустим, 5. 3. 5? Окей. Давай тогда 4. P350 попочку опять. Давай 4 тогда, посередине 4. Вытри попочку пошире. Развить попочку пошире. Так, ладно, число 4, и это у нас... О, это Blizzard Strat, кстати. Вот у меня это уже есть. Было. На 5 был. А, ну слушай, это самое дорогое, что могло выпасть. Ай, надо было 3. Я же говорил, ребят, число 3 самое удачное. Окей, удалить. Запускаем, ребятки, колесо. P350 Blizzard. Я надеюсь, что я сегодня не буду удалять. Потому что мне этот скинчик очень нравится. Я надеюсь, что... Нет, перекатись! Нет! 3000 голды, чтобы вы понимали, просто придется сейчас удалить с аккаунта. P350 Blizzard, очень топовый скинчик. Нет, так не удаляй, нет! Погоди, ты запрос не ставил, я просто не видел. Надеюсь, не Ера мой скин будет сейчас тырить. Ладно, все, просто создаю. Ера! Отдай скин! Куда ты скин стырил? Ты выключил солью кого-то? Не, ну смотри сам, ладно, пофиг. Погнали, следующий скин. Так, 10 скидов. Окей. Я выберу число 10. Я хочу число 10, потому что... Ну ты же получил по 10-бальной шкале вчера двойку. У меня в школе обычно по 5-бальной шкале оценивали, но я получил тоже двойку. Поэтому, ну ладно, давай двойку тогда, давай двойку. Че за дешевый скинчик? Ну давай, ладно. Давай тоже заберу. Покупаю и давай запускаем колесо. Пожалуйста, пожалуйста, сохрани. А когда дешевый скин сохранить? Слушай, а у меня, кажется, нет прям дорогих скинчиков. У меня есть вот Tech Nine Glitch самый, наверное, дорогой. Да, у меня Tech Nine Glitch самый дорогой. Давай глич. Какой нафиг глич? Короче, давай число 3. Просто я люблю это число, это мое любимое число. 3? Ага. Tech Nine Necromancer Statrek. У тебя он есть? У меня его нет, мне его придется купить. Ты рофлишь? 16 тысяч голды. Реально купишь его? Ну да. Походу. Стой. Я у тебя? Ты зачем купил мой? А ты зачем его на продажу выставил? Я еще подумал. Да я все выставляю на продажу. Ладно, ты купишь сейчас у меня. Слушай, я хочу тебя обрадовать, потому что сейчас у нас будет колесо фортуны. Классно, я может могу его обратно получить, слушай. Слушай, а прикинь, сейчас произойдет такая фигня, что я его у тебя купил, еще его тебе продам. Не-не-не, сейчас я надеюсь, что выпадет. Пожалуйста, сохранить, пожалуйста, я только что 16 тысяч голды потратил. Стой! Я сохранить! Уже закуп, смотри! Смотри, я уже закуп поставил, смотри, чекай, 13-33. Ай, Ерланчик, ты походу решил чисто моих скинов сегодня наловить, да? Так, следующий скин у нас Magicus 5-7. Здесь есть 5-7 Poison, это просто дорогущий какой-то скин. У меня, кстати, его на удивление оказывается нет. Блин, вот у меня и купили Tech9. А тебе грустно или радостно? И грустно.
Я не думал, что его купят. Окей, Гер, называй число. Называй число 5-7. Я надеюсь, что не будет какой-то 5-7 poison за трек. Так, в моем любимом слове 5 букв. Поэтому пускай будет 5. 5? А какое твое любимое слово? Так. Так. Начинается на букву П, а заканчивается на А. P-O-P-K-A. Пошка? Вторая буква И. Последняя буква А. Пи. Я предлагаю перейти к скину. О, 5-7 зона, кстати. Пожалуйста, сохранить, пожалуйста. Удали это. Блин, знаешь, что за фигня? А, сохранить. Скин сохранить. А, не, кстати, я надеюсь, что на дорогие скины сохранить тоже будет. Потому что если будут какие-то дорогие скины, там будет удалить, это будет ГГ. Братанчик, а хочешь себе получить тоже скинчика в стендофе, как и я сегодня в видосе их покупаю? Но голды, наверное, нету, и это очень грустно. В этом тебе поможет GG-шечка, ведь там ты сможешь открыть бесплатно кейсик, воспользовавшись вот этим вот промокодиком, братуха. Открывай его быстрее. Ну а также на сайте сейчас обновление в честь начала учебного года, поэтому добавили тематические кейсы, которые ты сможешь тоже пооткрывать, и пополнить баланс ты сможешь с приятным бонусом, воспользовавшись вот этим вот промокодиком. Ну и не забывай, что где GG-шка, там всегда окуп. А за каждое пополнение ты получаешь газировку, которую можешь обменять на какой-то скинчик у трудовика и вывести себе этот скинчик сразу же в стендовчик. В общем, братуха, если тебе нужны скинчики, залетай на GG-шечку. Вся информация в закрепленном комментарии, а я залетаю видеоролик. Let's go, на нафиг! Окей, давай так, если у тебя с него попадется М4, какая-то дорогая, вот М4, один паладин, ты два раза крутишь рулетку. Если падает два раза сохранить, то сохраняешь. Если почему раз два раза? А, дигл, кстати, у нас уже был. Это получается, мы все пистолеты мы уже прошли. Давай теперь фаб. Ты называешь, что я. И у кого будет самый дорогой, тот мы и выбираем. 7. А я 3. И 7. А, у меня фамбум статрек. Почему? Так, давайте сначала мы его тогда купим. Он у нас стоит 390 голды. Нет, это удалить, нет! Переходить! Да. Ай! 390 голды, фабамбум! Да стой, только не сливай, нет! А, ты реально хочешь словить? Нет. А, да не хочу, все, не буду словить. Ты что тут? Кому отдал? Слостон. Ну, может, это подписчик, я. И он обрадуется. Так, здесь у нас самый дорогой дробаш стоит 3000 голды. Давай тоже, называй число и я. И кто дороже, тот и выбирает скинчик. Число 11. 3. Потому что я люблю это число. Так. 3. Насик. Насик, он дешевый. Так, это у нас получается... А, стоп, подожди. 11 минус 3. Сколько это? 8. Ну, 8, значит, 8. Вот этот? Ну, да. Да, ты думал. Мне вообще нет, ладно, покупаю, Ера, а ты? А ты смотри, ты не знал такого правила в математике, от большего вычитаем меньшее. Не, я обычно всегда от меньшего большее вычитаю. А, кстати, нет, это удалить! Давай, пока. А, ты реально даже не ловишь? Олигарх. Олигарх, надеюсь, ты подписчик, надеюсь, ты подписан, поставил лайк. На удивление, самый дорогой спас стоит 2000 голды. Так, давай вот сейчас просто число 3. Вот я просто верю в число 3, давай просто число 3. Давай 6, типа 3 быстрее, типа ты 3, я 3, 6. Опку подать. Ладно, давай 6, окей, давай 6. Давай 6, и это спас вайп. Это типа вайп, плюс вайп. Или все-таки плюс может... Плюс вайп. Спас райдер. Брат, да, плюс вайп. Окей, спасик вайп. Смотри, вот сейчас я дешевый скин, я не удивлюсь, если будет сохранить. Удаляем или мы вайп сохраняем? Вайп удаляем. Удаляем вайп, это минус вайп, дорогие друзья. А сколько раз подряд мне уже выпало удалить? Это что за штука? Наверное, кстати, очень странная штука, потому что удача должна быть 50 на 50. Сири, случайно число от 1 до 15. Это 2. Это 2, говорит. Мэтчик, а Сири мне нравится. О, покупаем у папича у легенды. Так, и... Слушай, а давай просто удали его, ладно. Даже не надо крутить рулет. А нафига мне его удалять? Он 40 голды стоит. Слушай, вдруг он еще подорожает мэтчику. Ну да, и на дешевом скине выпадает сохранить. Так, кстати, у нас закончились тяжелые, мы переходим уже к ППшкам. Маг 10, у нас есть арго с отрывкой. Давай сразу арго. Вот это? Да, ну, давай ты меня выиграешь, камень, ножницы, бумага. Если выиграешь, то. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три.
А, ну ничья. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Эй! Позже выстрелил, что? Или это задержка в Дискорде? Ну, у меня задержка. Эй! Ладно, давай. Хорошо. Найсик! Кого? Что? Найсик! Я, кстати, на секундочку поверил, что выпадет удалить. Я помню, что типа, раньше учился, когда я получал по 3 пятерки, поэтому это 15 число. Окей, 15. И это получается... О, за 200! Голдыюм! Нифига себе! 0-3, 0-3. Нет! Удалить. Нет! А почему с Мак 10 Арго так не случилось? А подожди, я почему это происходит сейчас? Скин за 200 удалей. А когда дорогой... Все так и должно дальше быть, что... Ну, когда скин не особо дорогой, должно okay быть удалить. Ты еще решил этот, извини, чтобы если мне она выпала, я тебя подороже купил, да? У нас всего их получается на рынке 15. Давай у Сири спросим, а то что-то мы ее обижаем, мою малышечку. Сири, назови случайное число от 1 до 15. Давай. Это 38. Такая тупая. Понял, ребят, давайте тогда третий скин. А-а-а! О-о-о, по 5 даск. Не знаю, есть ли смысл? Давай, давай его купим. Давай просто его купим и удалим. Просто купим и сразу удалим. И перейдем к следующему скину. Так, MP7. Гер, давай вот сейчас реально нормальное число. Вот топовое. 7. Ну 7 это, ребятки, к удаче, поэтому заходим на рынок и... Найс! За 2000 голды. Сектор Б наклейки. Nice. Еще наклейки, которые просто не сочетаются к Близзарду. Окей, колесо фортуны. Просто по-братски сохрани. Я хочу оставить Близзард. По-братски. Мне только что врач подошел и сказал, что мне нельзя много говорить. Ай-яй-яй! Посмотри, Ера! Оно просто на милиписечку перекатилось. Удаляй пока. Я твою вебку случайно удалил. Просто сливаю, ребят, за 2000 голды скин. Так, у нас здесь самый дорогой вообще скинчик. Это... Пойдинус Самурай. 12. Ай-яй-яй, Пойдинус! А, нет, смотри, ты видишь, я показал 2? 2? 12 минус 2, и еще раз минус 2, это будет 8. Не, по-моему, где-то ты меня обманываешь. Не, это Пойдинус, упс. Так, все, мы его покупаем. Ну, я думаю, даже нет смысла крутить колесо. Я его просто солью, чтобы, ребят, свою удачу установить, чтобы когда был дорогой скинчик, реально дорогой, чтобы я его не слил. Я хочу установить свою удачу. FNFL, кстати, самое дорогое. Ты назовешь число, я, и мы прибавим и выберем скин под этим числом. Я число 2. 1. О, число 3. На, нафиг. У тебя есть такой? Нет. А можно я не буду его покупать и попробую с FNFL'ом Лазером? Я не буду заставлять, но если хочешь делать, то давай. Запускаем, ребята, колесо и просто идем крутить. Пожалуйста, сохрани. Я теперь пью только через трубочку. Найсик! Найс! Это все потому, что я засейвил свою удачу с Лив скин. Называй число, Ер. 2. Окей. Ну, ребят, ладно, я буду сливать сразу самые дешевые скины. Ну, это просто везение, я считаю. Да, хоть закуп поставлю. РТХ это самый дорогой статрековский. У меня он есть, кстати. Давай. Пожалуйста, только... Пожалуйста, ну вот назови сейчас дешевое число, пожалуйста. 6. Фамас Фьюри. Ой, Фамас Фьюри, а когда Фьюри? Я хотел сказать 7. Не, 7. Ах, какой же жук хитрый. Не, на самом деле, Night Fury это коллаж за 200 голды. Это офигеть, как на самом деле тоже дорого. Типа 200 голды это тоже нифига Блин. Себе. Кстати, мы купили Блин. У трейдера Pro 228. Настя, я еще и сохраню себе Night Fury. Хороший такой калашик. Окей, дальше у нас идет эмочка. Сири, назови случайное число от 1 до 3. Это 3. Слушай, она починилась. И она назвала 3, как я и люблю. А ну-ка. МК Сансет. А у тебя такая есть? Ну нет, МК Сансет. Покупаю. И давай крутим колесо. Я запустил колесо. Пожалуйста, сохранить. Пожалуйста. Удалить. Пожалуйста. Нет. Это удалить. Стой. Найс. Слушай, мне сегодня прям везет. Ой, Ера, тоже твоя эмочка? Вот это.
Ира, тоже твоя? А... Офигеть, что, смотри, что? Сколько! Смотри, сколько паладин стоит! 15 тысяч! Найс, Данечка, инвестор их не зря закупил. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай я называю случайное число. М-ка это очень дорогой скин. Если М-ка паладин выпадет, я офигею. 7. Окей, число 7. М-ка кинг. Она у меня есть. Отлично. Давай сразу договоримся. Если пад удалить, то ты все удаляешь. Все три. Ха-ха-ха, мэджикус, сохраняю. Кстати, сколько раз уже подряд сохранить выпало? КР 12, у нас есть Railgun 100-трековский, у нас есть Riot 100-трековский, тоже дорогущий, просто капец. Гера, я уже сам назову число, и это будет число 7. Ай-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я не знаю, есть ли смысл крутить колесо, давай просто покрутим его. Пускай сохранить упоешь, чтобы удачи у тебя. Да, сохранить, отлично. Да, ты же в курсе, я свою удачу сейчас потратил. Сейчас снова два, да, все, вот тут сразу два. Два. Вот теперь два. Ага, вот видишь, тремхантик уже. И колесиком вместе с ним. И пожалуйста, сохранить. Дорогие скидчики надо копить. О, смотри, кстати, какой ник. Это я, мальчики, это я. Я сохраняю скидчик нафиг. Есть еще М40 монстр. 4. Сделай попочку пошире. И... О, Winter Truck 100-трековская. Офигеть, она, кстати. Да. Нет! Наконец-то удалить. Да почему наконец-то я... Ой, я, ребят, сегодня столько голды слил на самом деле. Да мне сейчас скоро норм будет сливать. О, смотри, я продал челу, который, видимо, трейдится, и у него одни фулы. А я, Данечка, инвестор, ему слил за одну голду. Здесь просто жесть. Здесь есть и авики не было, и винтерспорты, статреки, генезисы, АВМВ-2. В общем. Один. Она у меня, кстати, есть. Я знал, что, кстати, один это АВ-2, потому что я помню, один раз тоже попался на цифре 1. Ер, чтобы ты понимал, я вот сейчас почему-то реально чувствую, что я могу слить свой В2. Я уже как-то раз его слил. Брат, не переживай, я просто закуп еще поставлю. Ироки, не переживай, Соня. Нет, сейчас выпадет сохранить, пожалуйста, сохранить, пожалуйста. Не, сейчас я... Настик! Кого? Блин, я только закуп. Ой, на каком же тоненьком это все было. Ай-я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 й. На тоненьком чем? Я уже как-то раз на тоненьком проводе, я уже как-то раз лишился авика В2 своего. Ну, М110 тут осталось, только вот цель столбиц какая-то, да за 18 тысяч голды противная. Ер, я число сам назову, тут ты называешь числа, где дорогие скины, это будет число 1. И там сейчас дешевый скин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Число 12, я хотел сказать. Я хочу крутой скин, просто чтобы слить колесо, чтобы улучшить себе удачу. Удалить. Сейчас будут ножи. Найс, удалить выпало, нафиг, мэнчик, удалить. Поэтому я удаляю эту фигню, чтобы, опять же, ребят, просто повысить все шансы. Керамбит голд. Я доверю тебе назвать число, назови какое-то недорогое. Число 22. 22, мой день рождения 22 декабря, это означает, что сейчас там будет самый лучший ножик. Так, стоп. Давай. Кергол пока не вижу. 12. Так, 16, 20. 22, якудза там-то. Ну ладно, мэнчикус, давай его куплю. Пожалуйста, сейчас. Пожалуйста, просто пожалуйста. Я не понимаю, почему тебе так везет. Честно, я сам немножко в шоке. Возможно, я очень везучий человек по жизни. Ладно, называй число, Ерванчик. 1. Печенки. Так. Удалить. Удаляй загет, братик, удаляй загет. Удаляй. Ребята, вот напишите, как правильно читается, так или за... Смотри, тут кто-то за одну голду словил тоже. Офигеть. О, ну-ка, давай тоже ищу. Блин, я не хочу удалять. Понимаешь, просто их настоящая цена одна голда, понимаешь? Ну да, тут все, смотри, за одну голду и продают, это нормально. Пускай это будет самое последнее число, самый низ. Окей, самый низ. Самый последний. О, кицун. Не, я хочу опять же, ребятки, просто слить свою неудачу, выбить сейчас кнопочку удалить. Вот сейчас должна выпасть кнопочка удалить. Если выпадает кнопочка удалить, я буду счастлив. Сохранить.
Ай-яй-яй-яй-яй, как выжигать. Не, хорошо, когда ты сливаешь удачу на какие-то плохие скины, а сохраняешь хорошие. Это очень просто хорошо. Поэтому мы создаем за 0.03. 13. Это очень несчастное число, но выпадает счастливый скинчик. Поэтому мы его... нет, ты что, это не 13? Вот раз, два, три, 12, 13. Один раз за такую фигню помялся, второй не поведусь. Сохранить, пожалуйста, потому что я не хочу продавать наклеечки. Найс! Этот скинч потом вырастет, он имеет двойную ценность. Так, остались только контейнеры, Яванчик, только контейнеры. 5. Носик! Райвел кейсик. Слушай, я предлагаю сейчас его просто открыть. Давай его откроем, а дропчик... И дропчик, да. Да, либо сохраним, либо удалим. Ай-яй-яй! Вот смотрите, ребята, сейчас как назло, просто мне выпадет нож, либо какая-то статрек аркана. Просто чекайте. Вот просто фиксируйте мои слова. Вот просто сейчас как назло выпадет, там, не знаю, авигенезис статрек. А, ну я уже думал, нож выпадет. Прикинь бы, нож выпал просто. Офигеть. Давай за 0.03. Слушай, ну, я считаю, что мы вроде бы все прошли, если я не ошибаюсь. Поэтому, ребят, я надеюсь, что вам видосик этот понравился. Сегодня я капец как сильно разорился. Надеюсь, вы тыкаете на ролик, который появился у вас на экране. Поставите лайк и подпишитесь еще на канал Ерланчика и на мой канал. А то сейчас что-то ребята перестали подписываться на наши каналы. Ребят, подпишитесь, пожалуйста, стараемся очень сильно. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.